Автомобилисты Якутии, проезжающие по федеральной автодороге Вилюй, заметили, что качество полотна дороги улучшилось в разы. В период с мая по октябрь здесь велись ремонтные работы подрядной организации «Инвестдорстрой». Протяженность отремонтированной дороги составила более 10 километров. Параллельно с этими работами на участке был произведен капитальный ремонт моста над речкой Александр Юрях железобетонной конструкцией. Этот ремонт у нас характеризуется тем, что здесь присутствует инновационная технология, стабилизация основания естественного путем добавления вяжущего в виде цемента. И сверху у нас органоминеральная смесь 8 сантиметров.